Всем привет, меня зовут Денис, я спикер ТТМ Академии, и сегодня я проведу анализ рынка и выбранных монет среди ваших комментариев к предыдущему ролику. Хочешь также проводить анализ и торговать плюс? Приходи к нам на второй поток Академии, а по промокоду Viking скидка 10%. Итак, давайте сначала посмотрим на биткоин, что у нас поменялось за прошедшую неделю с предыдущего обзора. Смотрим дневной таймфрейм. Как мы видим, мы сейчас на логарифмическом графике. Вот у нас здесь осталась наша линия, что, скорее всего, мы протестируем эту трендовую и EMA100 на дневном таймфрейме. Что у нас и получилось. Здесь мы уже обновили вой. Причем обновили мы его вот здесь. Получили распродажу, снесли стопы и протестировали нашу трендовую на логарифмическом графике. После чего последовал отскок, и цена все еще находится в этой зоне, так сказать, неопределенности. Поэтому пока наблюдаем, что происходит дальше, но в принципе по рынку ожидаю, что сейчас вот так у нас здесь пошел разворот, то должен быть выход из этой зоны накопления. Так, в прошлый раз мы тоже рассматривали кейк. Что у нас произошло с кейком? Напомню, это был не цель, что он туда пойдет. Цель была в том, что у нас есть вот эта зона, в которой можно рассмотреть покупки по кейку. Собственно, мы в эту зону и спустились. Трендовый. К даунтрендовой мы пока все еще не подошли. Поэтому нужно все-таки рассматривать такой вариант, что когда мы уже пробьем эту даунтрендовую, закрепимся над ней, протестируем, и тогда уже ожидать какой-то рост. И опять же, вот ниже около $11 уходить нежелательно. Также мы рассматривали альпаку. Альпака у нас все еще в даунтренде, но распродажи на черную пятницу на крипторынке ее почти не коснулись. Она себе потихонечку идет в диапазоне, и все так же у нее пока в перспективах. Монета Polka Starter пошла в рост против рынка. Здесь выглядит, опять же, у нее все хорошо. Кто покупал ранее, советую ориентироваться на график с CoinMarketCap. И цели будут уже примерно дальше по уровням сопротивления, которые у нас формировалось весной этого года. И последнюю монету, которую мы рассматривали, это была монета DOT. DOT у нас спустился примерно также по плану в интересную зону для покупок. На дневном таймфрейме у нас получился отличный молот. Так что если у нас продолжается бычий рынок, соответственно, хотелось бы увидеть ожидания здесь продолжения роста. Но пока все зависит от биткоина и от общей ситуации на рынке. Давайте перейдем к новым монетам, которые мы выбрали под прошлым видео. Первая монета — это RIF. Смотрим дневной таймфрейм. Давайте выключим здесь лог график. И посмотрим, что у нас здесь было. После запуска монеты и бурного ее роста мы получили вот здесь хорошее распределение. Здесь даже видно это по таким теням свечей. Вот здесь у нас происходило распределение мая месяца. После чего мы упали, какое-то время накапливались и снова пошли в тренд. У нас здесь зародилась трендовая. И теперь интересно смотреть, что у нас происходит по уровням. Здесь вот у нас получился такой ложный выход в начале ноября. И, собственно, мы вернулись к зоне
наиболее проторгованные, где у нас происходило распределение. В любом случае, там кто-то эту монету покупал, поэтому здесь теперь эта зона выступает хорошим сопротивлением. То есть, так, при условии удержания этой трендовой линии можно рассчитывать на дальнейший рост этой монеты. Но более хороший вариант с покупкой — это уже после выхода за данный уровень сопротивления и закрепления над ним. Следующая монета — это BNB. Давайте посмотрим на дневном таймфрейме и давайте посмотрим немножко более глобально. Да, если помните, у нас BNB 1 января стоил всего лишь $40. И если смотреть дневной таймфрейм, то на экспоненциальном графике здесь можно нарисовать паттерн, увидеть паттерн, чашку с небольшой ручечкой. То есть при таком паттерне можно ожидать, естественно, дальнейшего роста. Цена находится над всеми важными moving average на дневном таймфрейме. Поэтому давайте немножечко спустимся пониже и посмотрим, что у нас здесь. То есть, как видим, у нас цена потихонечку поджимает наш максимум. Здесь у нас сформировалась такая зона продавца. Если учитывать, что это потенциально возможная чашка с ручкой, то после прохода этой зоны продавца можно ожидать дальнейший рост вплоть до $1000. Также у нас видим, что у нас сохраняется пока еще аптренд, который начался с 25 сентября. Кто сейчас еще не находится в покупках, можно рассмотреть вариант после пробоя этой зоны, возможного ее ретеста, может быть какой-то небольшой здесь болтанки, и рассмотреть уже после этого вариант в рост, либо торговли на пробой. Следующая монета — ICP. Давайте смотреть дневной таймфрейм. После листинга на Binance мы получили очень хороший спуск вниз, и монета ушла в накопление. Здесь у нас был какой-то возможный ложный выход из этого накопления. Да, можно больше рассматривать вот эту зону как зону накопления. Как в долгосрочной перспективе, да, монета на дневном таймфрейме сейчас выглядит интересно, но чтобы не болтаться в этом диапазоне, потому что мы можем здесь пойти сюда, потом снова свалиться вниз, либо болтаться здесь неопределенное время, было бы хорошо увидеть выход из зоны накопления, ее ретеста и уже дальнейшего роста. Монета, в принципе, еще не видела своего рыночного цикла, поэтому даже если брать какие-то минимальные цены по Fibonacci, ну, здесь, конечно, да, есть потенциал на возможные иксы. Это и $150, и 200, и 250. Главное условие — это продолжение нашего бычьего цикла, конечно, и выхода из этого накопления. И последняя монета на сегодня — это Matic. На Matic есть у нас такой вариант, что в принципе история немножечко графика похожа с BNB.
хотя сам по себе инструмент более волатилен. Сеть Матика очень хорошо развивается. У нас продолжается аптренд и тоже идет поджатие. Вот у нас здесь есть уровень сопротивления. Вот видно, как хорошо у нас здесь по телу свечи. Видно, что здесь хорошее сопротивление. Здесь сидит продавец. Ну, соответственно, здесь тоже. Как вариант, хорошо было бы увидеть пробитие первого сопротивления. Возможно, еще здесь какую-то болтанку, после чего увидеть какой-то дальнейший рост. Но также можно рассматривать вариант, что мы можем с текущих и откатиться вниз. И не сразу пойти пробивать сопротивление, потому что оно здесь довольно сильное. Это был краткий анализ 5 криптовалют. Если вы хотите научиться также, приходите к нам в академию. И мы вас научим делать еще более глубокий анализ. А по моему промокоду Viking можно получить скидку 10% при покупке тренинга за рубли. Пишите, пожалуйста, к этому видео в комментариях те монеты, которые вы бы хотели бы рассмотреть в следующий раз, в следующем разборе. Всем хорошего дня и профитов!